Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня у меня будет проверка на жадность одного стримера по Standoff 2. Прямо сегодня я зашел на его аккаунт, он говорил, что у него нету ни единой арканы, ни единого ножа. Посмотрите, он попытался от меня скрыть вот эти вот два скина. Я ему сдонатил, я его прокачаю, и мне очень интересно, признается ли он в конце то, что у него еще есть нож и другая аркана или нет. Я буду его всячески на это байтить, и просто проверим, насколько же этот стример будет жадным. 5 минут later. Так, ребятки, только что я его позвал в Дискорд, и я ему сказал то, что это будет обычная прокачка инвентаря. Он даже не знает то, что это проверка на жадность, потому что он попытался скрыть вот эти вот два скина. Но ничего, ребята, прямо сегодня вы узнаете всю правду. Ну а перед началом данного ролика, как обычно, очередная халява. Если ты хочешь получить 1000 голды совершенно бесплатно, то прямо сейчас ставь лайк и подписывайся на мой канал. Второе, смотри это видео без перемоток от начала до конца, это очень важно. И третье, пиши в комментариях свой ID. Всем желаю удачи, а мы начинаем. Ну что же, ребятки, вот он, мой подписчик, которого мы прямо сегодня прокачаем. Он также ютубер, поздоровайся. Всем привет, ребят. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, как так вышло, что у тебя нету ни единой арканы, ни единого ножа? Блин, реально, где все? Да я не знаю, что-то не донатил, вообще как-то сам фармился, подписчики помогали чуть-чуть, вот. Я понял, то есть, короче, тебе вообще не повезло, у тебя нет аркан. Ну да. Но ничего, братан, не расстраивайся, прямо сегодня мы тебя прокачаем и однозначно выбьем тебе какую-то аркану. Ну что же, ты готов? Да, конечно, спасибо большое. Давай, братан, а ты давно играешь в стендов? У тебя вообще старый аккаунт, давай посмотрю. Ну, 500 часов, слушай, 500 часов играешь, у тебя нет ни единой арканы, блин, братан, ну прям как-то реально жалко тебя, как так вышло, вообще не понимаю. Но ничего страшного, открываем дальше кейсы, да? А ты пока что немножко расскажи о себе, сколько тебе лет, как давно меня смотришь и чем ты занимаешься. Давай, я пока мне открываю. Мне 16 лет, я живу в городе Самар, меня зовут Некит, вот, смотрю тебя где-то с подписчиков, ну, 100 тысяч где-то плюс-минус, вот. Еще и как, нравится? Вообще, да, прикольно. Так, ну что ж, братанчик, тем временем открываем второй фейбл кейс и посмотри, что тебе выпадает. Тебе почему-то выпадают одни рарки. Вот такое ощущение, что как будто судьба тебя хочет наказать. Ну, не понимаю, за что. Очень странно. Так, ну что ж, ты готов к райвел кейсу, например, да? Давай. Давай скрестим кулачки. Давай, братан, держи кулачки вместе со мной. Давай, давай. Вот сейчас по-любому, если ты хороший человек, тебе еще выпадет какая-то аркана. Ну, блин, слушай, странно. Какие-то рарки выпадают, да елки-палки-то. Блин. Что-то вообще не везет, да? Слушай, может какое-то заклинание скажи? Может скажи какое-то заклинание, что-то вообще не наваливает? Я без понятия, что это такое? Эксельбол, помоги. Эксельбол, помоги! Ничего себе заклинание! Давай что-то такое пободрее. Ну по типу, абракадабра, хорошему парню выпадабра. Посмотри, сейчас если ты хороший парень, тебе выпадает арканочка. Смотри, 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 смотри. Дигл. Эпик. Ну, вот. Слушай, ну уже хотя бы что-то. По факту, ну, да. По факту, уже хотя бы что-то. У нас осталось с тобой еще, слушай, 11 кейсов, поэтому, братан, не расстраивайся, еще все впереди. Че ты какой-то грустный, не знаю, как будто что-то с тобой не так, да? Так, ну хочется что же. Ножик. Хочется ножик, блин, ну. Да. А ты вообще ни разу в жизни не играл с ножом, да? Нет, вообще не играл. Блин, братан, ну я тебе сочувствую. Но прямо сегодня мы это исправим. 100%, я тебе гарантирую, у тебя будет нож. 100%. Даже если мы его не выбьем с кейсов. Так, ну что же, поехали, поехали дальше. Так, да я готов к фурез кейсу. Я сейчас сделаю буст на керамбитике. Готов? Проворачиваю раз, проворачиваю два, проворачиваю три. Так, ну что, ты готов? Да. Давай, полетели, говорится, просто сходу, просто. Давай, 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 ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, эпик, слушай, ну я не знаю, почему-то, я не знаю, у меня такое ощущение, что как будто кто-то сверху на тебя, не знаю, какую-то черную полосу пустил. Братан, что-то вообще не наваливает. Не знаю, вот скажи пару ласковых слов, вот G-команда, не знаю, не знаю, скажи, как сильно ты любишь этот нож, возможно, он тогда выпадет, но что-то вообще не G-команда, пожалуйста, помоги, ну, пожалуйста. G-команда, ну, елки-палки, сколько можно, нам с Никитом нужны ножи, понимаешь, у Никита ни разу в жизни не было ни единой арканы, у тебя же даже арканы не было, не только ножа, и арканы не было. Вообще ничего. Блин, братан, реально, я тебе сочувствую, обидно, конечно, да? Я думаю, значит, наверное, смотришь на других ютуберов и думаешь, блин, вот это не... Почти у каждого ютубера реально есть ножи, да? Даже если какие-то ноунеймы, а ты вот, блин, Некит, да, там, с какой-то 15 тысяч подписчиков и ни единой арканы. Честно говоря, это жестко. Но, братан, прямо сейчас мы это исправим, давай. Керамбит, Dragon Glass, давай по-хорошему. Нам, ну, ты нам нужен, реально, исправь эту ситуацию. Ты понимаешь, что у Некита ни разу в жизни не было ни единой арканы, поэтому давай это исправим. Некит, ты готов? Да, готов. Готов, готов. Ну что же, 3, 2, 1. Просто полетели. Просто ход берем, полетели, 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 полетели. UMP 45 ш... А,
Даже Дезрил. Вообще. Братан, что я не знаю, что не везет. Я тебе отвечаю. Такое ощущение, как будто, не знаю, не твой день, или не знаю, или ты вот неправильно, ты там кого-то не обижал, не обманывал случайно. Что-то вообще так жестко не везет. Я вообще никого не обманываю. Я вообще не падаю. Ну слушай, не знаю, что-то капец, блин, я не знаю. Ого-го! Dragon Glass пролетел, слушай. А походу сейчас на. О, хотя бы саундтрек. Ну слушай, ну это уже неплохо. Это же белая полоса. Не было саундтрека вообще. Блин, брат, никогда не было саундтрека. А, ну да, реально смотрю, ни единого саундтрека нету. Блин, и арканы не было, и саундтрека не было. Братан, твой первый саундтрек. Давай. Да. Сейчас, может, еще тебе нож выбьем. Будет первый в жизни твой нож, правильно? Так, АКР Спорт, прикинь саундтрек, прикинь саундтрек. Ай, блин, нет. Слушай, ну это было блин. Так близко, блин, братан, вот, вот это называется жизнь-боль. Так, ну что же, у нас остается ровно 5 кейсов. Никит, расскажи, пожалуйста, какой твой любимый предмет вот в школе? Вот реально, какой твой любимый предмет в школе? Предмет в школе у меня был, была физика у меня любимый предмет. Вообще. Физика? Ну, братан, ну скажи мне закон Ома. Браво, ты плохо учился, ладно. Пацаны, Исаак Ньютон. За вас открываем, пацаны. За три закона Ньютона нахрен. И за закон Ома. Опа-па-па-па, та ты что, Фома сбегал? Прикинь саундтрек. Не, братан, походу реально, походу про физику ты обманул. Ты уже обманул меня один раз. Говорил, физика любимый предмет, а на самом деле оказывается не физика. Может, физкультура любимый предмет? Вот это я поверю, братан. Скажи правду. Физкультура? Ну, физкультура, да. Ну, я тоже обожаю физкультуру. Пацаны, кто любит физкультуру, плюс комментарии. Но мы открываем Rival Case. Ого-го, некромантер! Офигеть! Слушай, я тебя поздравляю! Нет. Слушай, у тебя же не было... Смотри! Вообще не было! Не, слушай, очень круто, некромансер выпал! Абракадабра, кинту нож! Да, братан, да тут даже не кинту, тут не кинту нож! Не кинту нож, и тебе выпадает Фомас Холл! Так... Ну ёлки-палки, братан, я тебе говорю, у меня такое ощущение, как будто ты что-то в этой жизни делаешь неправильно! Чё так не везёт-то, ёлки-палки? Где арканы? Так, мужик, давай, не расстраивайся, все нормально. Мы еще пойдем на сайт, там однозначно тебе выбьем что-то топовое. Так, АВМ Scratch, ну, нормально. У нас остается последний кейс. Вот прямо сейчас я делаю мега-буст, не знаю, самый крутой буст в твоей жизни. Сейчас нам по-любому должно навалить, прям конкретно должно навалить, понимаешь? Давай, братан, давай. Пожалуйста, нож. Открываем. О-хо-хо! Блин, слушай, братан, у нас нет ни единой арканы. Ни единой арканы, блин, братан, что-то жестко. Угу. Ну что же, ты готов пойти на сайт? Кент, я тебе хотел кучу сказать. Да ладно, ничего. Ты меня пугаешь. Ладно, идем на сайт. Ну а прямо сейчас на сайте Офф-дроп мы однозначно прокачаем Никита. Никит, но перед этим я хотел бы тебе просто показать все эти бонусы. Ты охренеешь, посмотри. Тут есть барабан бонуса. То есть нажимаешь кнопочку крутить барабан, и тебе выпадает рандомный бонус. Давай прямо сейчас все это попробуем. Посмотрим, что нам выпадет, потому что тут может выпасть совершенно любой бонус. Так, нам выпадает 250 рублей. Обалдеть, слушай. Круто. Не, ребята, я считаю, за бесплатно это просто лучший бонус в мире. Так, ну что же, давайте идти дальше. Плюс, помимо этого, тут есть бесплатный кейс. Просто посмотри на все это. Но, к сожалению, я его уже открывал, поэтому мы его открыть пока что не можем. То есть, ребят, обратите внимание на бонусы, потому что бонусов тут очень-очень много. Также, тебе вот нужна халявная МК Самурай? Лишняя была бы? Я думаю, нужна. То есть, ты просто нажимаешь кнопочку «Принять участие», и все. Вот, просто и все. Теперь надо ждать итоги розыгрыша. Участников тут не так-то и много, и у тебя довольно-таки большой шанс получить на халяву эту МК Самурай. И представь, и это не все бонусы. Тут еще есть мега-розыгрыш на 50 тысяч голды, 50 косарей. Также не забывайте, помимо всех этих бонусов, про промокод Кент. Потому что если вы введете волшебный промокод Кент, вы получите плюс 40% пополнения. То есть кидайте 100 рублей, получаете 140 и так далее. Я думаю, это очень круто. Ну что же, а прямо сейчас, Никит, мы будем уже открывать кейсы на сайте. Ты готов? Да, готов. Ну что же, поехали. Я предлагаю начать с кейса Black White, 129 рублей, так сказать, мы можем себе позволить. Вот скажи мне, ты готов? Да. Давай, открываем. Сейчас, короче, тебе по-любому навалит. Ой, какая громкая музыка, какие громкие звуки. Нам выпадают. Оху-ху! АКР Дрэгон! А ты что? Обалдеть, слушай. Ну что же, ты рад? Кен, стой. Я не достоин этих скинов. У меня на самом деле есть нож. Я просто хотел себе крутой скин разыграть для своих подписчиков. Я ждал этих слов. Я знал, что у тебя есть нож. Я знал, что у тебя есть Акер Дрэгон.
Блин, братан, ты прошел проверку на верность, давай пятюню, красава, красава, что? Давай, 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 реально, я отвечаю. Я изначально, когда зашел в твой аккаунт, я всегда проверяю запросы на покупку и на продажу. Ты реально прошел проверку на верность, поэтому мы продолжаем дальше открывать кейсы. Блин, братан, честно, я ждал, я думал, неужели ты будешь это скрывать, но ты красава, как настоящий мужик, сказал, за это тебе респект, я думаю, все напишут, что хэштег некий топ. Ну чё, некий, давай открываем кейсики дальше, просто красавчик. Ладно. Слушай, давай лучше, не, честно. Слушай, я очень рад. Вот я, честно говоря, думал, что вдруг ты не скажешь, но ты вот реально как настоящий мужик взял и сказал, возможно, тебе еще даже какой-то нож выпадет или еще что-то. Но пока что ничего не падает. Блин, слушай, ничего себе, я серьезно уже думал, уже все, ГГшка, типа, заберешь скины и не пройдешь проверку. Вот реально красавчик, прям лучший. А почему ты вообще решил так изначально сделать? Потому что не было голды для подписчиков, да? Ну да, у меня вообще просто неохота было донатить для своих подписчиков. Я понял, брат. Ну, на будущее лучше, ну, таким не заниматься, потому что я считаю это, ну, не очень хорошо. Поэтому ты сам видишь, и вижу по тебе, ты сидишь такой кислый. Ну, да. Мне сразу показалось, что ты, ну, как-то, ну, чувствуешь что-то не то. Поэтому, мужик, мы открываем кейсы дальше. Сейчас я выберем еще кучу крутых скинов. И ты сможешь эти скины потом разыграть подписчикам, например. Спасибо. Так, АВМ Гер, сколько он стоит? Ну, вроде бы недорого, но тем не менее тоже 40 голды, тоже лишними не будет, да? Так, у нас сейчас остается 500 рублей. Я бы предложил бы открыть кейс тайное, но я боюсь, что это очень-очень дорого. Реально мне стрёмно, потому что очень высокая цена. Давай стикеры подкрываем. Вот на стикерах тоже может навалить. Просто так стикер-пак один, так сказать, полсилы. Посмотрим, что там да как. Оху-ху, вот это что? Легендарочка. Блин, почти, кстати. А сколько нас стоит, кстати, эта наклеечка? Но, кажись, не очень дорого, и нам выпадает 75 голды. А, так нормально, слушай, 75 голды. Да. Так давай сразу 3 штуки, давай. Просто за то, что ты прошел проверку на жадность, прошел проверку на честность, просто проверку на верность, прошел все проверки в мире, сразу 3 кейса стикеров. Я говорю сразу, вот именно в этом кейсе может очень жестко навалить. Ой-ой, аркана пролетела. Ой, легендарка. Да елки да палки! Блин, они дорогие или нет? А ну-ка, сколько да, стоит, сколько 75. Стоит? 160 голды, слушай, нормально, слушай, да, обалдеть. Братан, сразу 3 штуки, просто за 10 открываем. Мало ли, тебе сейчас нож какой-то выпадет, вот это, конечно, было бы очень даже круто. Джина 2, ой-ой-ой, USP Tiers. А ну-ка, сколько это стоит? Так, а ну-ка, я просто не знаю, какие цены. Слушай, ну тоже нормально. Я не скажу, что прям очень дешево. Нормально. Так, остается 55 рублей на последний кейс, и пусть это будет АВМ. Просто полетели! Давай, Никит. Просто мужик, держим кулачки. Ты красава, ты прошел проверочку на жадность. Ох ты, блин, если бы АВМ спортзал выпал, я бы охренел бы. АВМ, скорее, не выпал. Но, мужик, все равно мы с тобой в огромнейшем плюсе. Ну что же, братанчик, прямо сейчас мы все это выведем. Чтобы все это вывести, надо нажать кнопочку «Вывести голду», дальше выбрать скин, нажать «Все, выполнил, вывести». И за цену, которая указана на сайте, выставить скин в игре. Мы все это уже сделали, и нам остается просто-напросто ждать. Я считаю, ребятки, что все очень-очень круто. Вот этот скин. Еще раз давайте я покажу вот эти вот скины, которые он пытался от меня скрыть, братан. Но я это сразу видел. Я всегда, когда прокачиваю инвентарь, я всегда это проверяю. Я решил тебе проверить. Ты, конечно, вначале морозил, но в конце ты сказал правду, ты большой молодец. Ссылочка на самый лучший проект Off-Drop, конечно же, есть в описании. Именно там мы подняли очень много голды. Но вы, мои уважаемые подписчики, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент ПК и... Некет. Всем удачи, всем пока.